Этот инцидент произошел в июне 2011 года в Техасе, США. Американка Эмма Свитман стала жертвой голодной зебры. Во время сафари девушка с друзьями решила сделать остановку, чтобы немного перекусить. Внезапно в открытое окно просунула морду зебра и попыталась отобрать чипсы, но, передумав, укусила Эмму за плечо. Беспечная девушка отделалась легким испугом и синяками.